только чуть-чуть ровно сядьте, чтобы нашим телезрителям тоже было видно. Мультфильм «Кахрамон». Кайсы мультфильм? Вообще ж нашу был мазаке. Тим Дед Морозе. А вы эти линды. Маркзны. Ай, дом пин. Ой, как я пью. Борьба. Борьба. Мы продолжаем. Следующий звук. Она та была. Да это он, это Гайбула озвучил нам, это его голос. А, его же голос. Да, из-за этого сразу. Дорогие телезрители, если вы вдруг увидите меня на улице, на базаре, в магазине, знайте, что меня зовут Павел Ким, а не просто Анубору. Это Зуртывет. Анубору. Меня зовут Павел Ким, моя передача называется «Секретные материалы». У нас новый выпуск. Всем здрасте, мы начинаем. Вот они, замечательные молодые люди, пришли к нам. Мы их очень долго ждали, и поэтому не будем долго затягивать, и мы начнем сразу. Друзья, первое задание очень простое. Я называю каждого поименно, нужно будет громко аплодировать ему, вот, и все. А? Все. С этим, мне кажется, очень легко справиться. Итак, у нас на этом диване, его не предупредили, что надо быть в костюме, поэтому он немного комплексует. Масрур Усманов, аплодисменты ему. Ассаламу алейкум. Кстати, он недавно открыл магазин. Мы, если что, там... Напротив. Да, напротив гостиницы Чорсу. Да, мы не будем называть бренд, но вы знаете, что это его магазин, и если что, заходите. А, реклама вам. Камацу мне да. Мы сейчас запикаем это слово, как будто вы материтесь. Нет, это я на корейском. Да, он мне сказал спасибо на корейском. Итак, его сокомандник, мы называем этих людей Садиванчик. Фарух Ахмедов. Ему сказали, что надо прийти в костюме. На этом диване... Это какой сезон, Камерап? Я уже забыл. И сколько? 70 было? Третий сезон. Участник третьего сезона Кавер-Ап на телеканале Зор ТВ Гайбула Турсунов. Вот он, аплодисменты ему. И, наконец, Тахир Усманов, тоже ему аплодисменты. Он оделся в тон дивана. Он знал, куда идет. Итак, господа, не будем долго тянуть, сразу перейдем к первой рубрике. Правильно? Правильно. Одна из самых рейтинговых передач на нашем канале называется «Бумининг Онам». Поэтому мы решили, как говорится, хайпануть на этом названии. Поэтому наша рубрика называется «Бумининг Болам». Ваша задача – смотреть сейчас на экран. Там будут изображены родители со своим ребенком. Ваша задача – угадать, сын это или не сын. В смысле? Не-не-не. Это родной или... Да, родной сын или нет. А, родной да, или нет? Да, а. Да. Его сын или да, не его? Да, его сын или не его. Итак, рубрика «Бумининг Болам». Мы начинаем, поехали. Бой. Опа, как это вообще? Ну, ребят. Очень сложно будет. Ой, да, кто сказал, что будет легко? Бала Суманович. Энд, ану, тур хонагайм кыргыз садю. Сле, бала Сумас дейли, дей? Бзы бала Сумас дейли. Может, это доктор, да? Это доктор? Да, я не знаю. Не, он в такой форме просто. По виду похоже, что... Ну, по виду похоже, там цвет там, да, немножко светлый. Ты отец, да, по-моему? Вы думаете, да. что это сын? Да, да. А вы? Ну, вы тоже думаете, что это сын? Да, это верно, это его сын, прям только вот с родов, прям принял. Да. Пока что счет 1-1. Поехали дальше. Ох, шо, оттолик. Козлы был хал. Может, они даже сестры и братья или... Нет, ваша задача именно вот сын это? Да, 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 да. Все. Ага. Да или нет? Да, да, да или нет? Да. Какие кузы, там глаза, там лицо. По-моему, нет. Вы думаете, что нет? Нет, по-моему, похоже. Да, посовещайтесь и решите. Маленький охшат или это? Мой охшат. Вы думаете? Мы думаем, они родные. Вы думаете, что это сын? Да. Майли, блин, скрылари я посели. Вы думаете, что нет? У нас побеждает в этом раунде вот эта команда, потому что это сын. Они же раньше похожи прям. Да, да, похожи. Похожи просто... Продолжаем. Следующая картина. Опа. Можно вот так? Пожалуйста. Помогло? Не помогло, да? Ну, кызы больше могут, ну, улыбаться, да? Нет, дочка, сын, и это
не имеет значения, просто родные или нет, да? Да. Тохар, мы дикса. Йогды или? Вы думаете, что это не, не сын? Вы? Огладе леке мару. Ладно, сын. Вы думаете, что это сын? Они угадали, потому что это не сын. Вот Тахиракел разбирается. Это охрен. У него большой стаж. А-о-о. Секретные материалы. Продолжаем следующую картинку. Не, они точно не, по-моему. Не, наоборот, они похожи. Да? Они похожи. Окей, не ту делать вот русских, они? А с все чпо келеген. А да си халат курва. А да си. А да си. Волосы, может, на папу похож? У них цвет глаз одинаковый, да? Брон башка точно, джунбин. Ну чё, ну чё, что скажете? Фарух санге апренде. Сызи тоже не сапал, манге лекен йог деген анаке кеват, ичке. Вы думаете, что это сын? Да, сын. Вы? Йог. Вы думаете, что это не сын? Эй, подожди, подожди, можно? Да. Нет. Вы думаете, что нет? Да. И вы думаете, что нет? По одному баллу каждой команде, потому что это не сын. Нет, да? Нет. Поиграем, ладно. Продолжаем, следующая картинка. Это сосед, по-моему. Узбина, там штирологи. Узбин. Вы думаете, что это? Кош берут, да? Кош мы? Кош берут, да. Леки, мама башка, да? Мама башка, мама башка. Чего это башка штирологи? Я бу... Дияне мы кем... Акас не углубили, да? Баша мы башка, че форма есть. Хана слет или не мэдисли? Как вы думаете? Баля слышу. Вы думаете, что это сын? Ман. А вы? Ну, что мы опять, что это? Бархун, это... Хана гяп. Не мэдр боле. Балла, бархун бо блэд, да бэ? Балла, да? Они... Кинь котты болып оқшап кетсін. Вы думаете, что это не сын? Не сын. Вы думаете, что это сын? Нет, нет, нет. Не сын? Не сын. И вы не сыны. Тогда по одному баллу каждой команде, потому что это не сын. О! Вровень идем, 4-4. А, 4-4? Да, 4-4, поэтому поднапрягитесь, нужно победить. Продолжаем, следующая картинка. Сколько вообще картинок? Опа! Это ж не болезнь. Оле. Да, да. Они же... Оле. Я их знаю. Не надо? Они думают... Вы думаете, да? Да, по одному баллу. Это сын. 5 на 5? Это сын. 5-5. Господа, 5-5. Осталось две картинки, и узнаем, будет ли ничья, или кто-то победит. Продолжаем следующую картинку. Опа. Тоже похож. Мы искали их на просторах интернета, поэтому... А вы сами знаете вообще, да, они родные, да, или нет? Пишут же, как его улам, это по описанию, хэштеги, да, да, все там. Понятно, понятно. Юзу охшуат, что-то. Хазболя кубу? А девушка, да? Нет, нет, сын. Нет, это мальчик. Мальчик? А так мы топтим, сангетов? Оле, девик. Вы думаете, что это сын? И вы думаете, что это сын? Там созвучивис? Я вообще что? Форма созвучит. Ну, никто не угадал, никто не угадал, потому что это не сын. Опа. Тахиракя, осечка. Вот. Ну они так похожи, посмотрите на лицо, форма лица. Вот. Ну может быть они там племянники, ну, может быть, такое, да. Но ну, это может они ошиблись, когда писали? Может быть, а может быть там что-то, им надо позвонить и сказать, что Акия, вы там тест сделаете, мало ли, мало ли. 5-5. И, наконец, последняя картинка, давайте угадывать. Опа! Пусть на нас смотрит мальчик. Мальчик, на них смотри. Баш форма сует. Ухшават велики. Если даже глаза смотрел, он, наверное... У нас операция по операции по магамике, юзуны? Узбояняны ухшамепты. Мальки. Как ты думаешь? Я думаю, что я знаю правильный ответ, поэтому я промолчу. Вы думаете, что это не сын? Нет. Кирилл, ики хыл высын, битта адам ютсын, а? Да, дорвим. Сюда дилип, зыю дуа. Вы думаете, что да? Вы говорите, что нет. Тогда эта команда побеждает, а им аплодисменты, потому что это сын, и счет 6-5 в их пользу. Мы их поздравляем. А, вот такую пазуджанку мы им вручаем. Держите. Ну, слушай, ты зыль. Это наклейка, да? Это нет, это просто бал, стикер. Да, это кто наберет больше пазлджанок в нашей игре, тот и победит сегодня. А что, на что их можно разменять, мы узнаем в конце передачи.
Итак, господа, следующая рубрика очень простая. Это игра в ярлыки. Сейчас мы вам наклеим вот такие ярлыки с персонажем, напишем сюда. Ваша задача задавать вопросы оппонентам так, чтобы они могли ответить либо да, либо нет. И за 10 вопросов вы должны догадаться, кто вы на стикере. Итак, ну смотрите, прежде чем мы начнем, я расскажу, как мы пришли к этой рубрике. В общем, мы наняли специального сценариста, который придумывает нам теперь название к нашим рубрикам. Я пожертвовал половиной своей зарплаты, поэтому наша рубрика называется «Кимбу, Бу, Кенгуру». Поехали, первая рубрика. Рубрика Гайбула, давай, задавай вопрос. Одам мэсэ? Либо да, либо нет. А, он бу должен адам? Сказать? Да. Он у вас спрашивает. Бу адам? Да. Вы говорите ану, да. Савол берин. Савол берменде, ану. Одам мэс. Одам мэс. Мысал шо. Иркик ша ялкиш. Бу ям ям башон ку. Иркик ш. Да, би сан, да? Окудиз бу жады гэр. Ёш котта. Я уну фарк ю. Уже три вопроса. Али сирган. Почему? Который? Я не знаю, что я могу, но я буду тебе мастить. А, смайнер мастить тоже? Смеозлиган? Йо. Каспиозлиган? Электрикма? Нет. У вас осталось 5 вопросов. Спокойно, то вообще не могу. Гордон Бергуми, да? Нет, он у них. Таксист мы? Еге. Опа. На мой год таксист гость. Да? Да. Все топ круто, да. Вау. Это был таксист. Теперь переходим к вам. Кто будет? Только чуть-чуть ровно сядьте, чтобы нашим телезрителям тоже было видно. Ну, я не знаю, что они смеются. Итак, поехали. 10 вопросов. Либо да, либо нет. Айол кишим, ирки кишим. Вот кэсп номи язылгамма? Йоки унаканакадыр бир унваныны номи язылгамма? Вы должны задать такой вопрос, чтобы они ответили да, нет. Я дышим с кирей, я йоду дышим с кирей, сиза совались. Каспина язлиган, язлиган будет? Йок. Одам мозу бу? Йок, йок. Ну, якан. Ким ге якан? Одам. Одам. На котрма, гафер. Гафер же хакки оны? Гафер омимыз бы. Başla da. Ayol kişi, erkek kişi farkı yok bu attı. Yok, farkı var. Ayol kişi, erkek kişi. Kelin oradan bozsa, erkek, erkeği. Erkeği. Tamam, ete Karol Cungli, şer. Yok. Значит, хайван нома? Хайван нома, 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 Опа, я хрогаю. Купсол берорз, деген, сколько он задал? Уже 6 вопросов. 5. Окей, ты респектис. Вы каждый вот это шох, шер, вот это тоже считается за... Это считается за вопрос. Одно и то же вопрос? Давайте, у вас 4 вопроса. Азгин загадки ли нам? Азгин. Можно чуть-чуть? Давайте. Мультфильм Кахранона, окей? Можно так? Да, давайте. Вы персонаж мультфильма. Мазгин, я полный он бостон. Вы персонаж. Я тоже. Ozz hayolları hikayemi yaptı değil mi bu mesela? Mutfilm kahramanı. Kaysın mutfilm. Yakşı bu işin diye telefonu alıp konuşuyor diye. O yüzden SMS kıyordu. Yapırma. Tak, mutfilm kahramanı. Znaçt, şiir bu madde, doğru mu? Şiir mutfilm kahramanı yani maskı. Это hayvan. Это не животное даже. Да. Это даже не животное. Вообще, я не знаю, жауабын эти бозыл ауаз. Да, шуна как бы дзэм болады. Юспа, жауап эти дубсы. Сыз юттис. Кем япты дэшу? Йо, мультфильм кам корахам. Такой кахрам. Чего сон мультфильм дэ? Болды. Я салген, не мультфильм шу? Эттик сызгэ уже жауабын. Неужели, окей? Йо, баллар из корганды коз чумага мы хэч? Джерри мэ. Том Джерри. Йо, саксан чилле кет колдыз. Машкулад гейт такой популярный. Охорги он еле? Охорги он еле. Эйн популярный мультик, знаете, тесс. Хана бурбурги оттет приколам холед. Может быть, вы про цвет спросите? Йо, йо, шо без истем бал, да? Кем? Панда мы, кому фу панда, деги панда. Йо, 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 уж битте звал кетту, зьетте у петок, уж той, она... Нет, мы дали подсказку, это не животное. Ищите среди персонажей, кто не животное. Да.
Sen bana nasıl diyeyim mi? Ne familyen koyuyorsun sen? Ben şunca oradan verdim ki. Ben yettim o yordan beri ülkeyi kuvvetledim. O da mı? Sen film kahramanı bıraksan de. Sen hep çıkayım 10 yıl diye. Ben bu film koymuyorum. Sen her şey odamda yakın değil. Он как человек, только не человек, но не животное вообще. Монстр до сих пор мне олап. Ану, койл, ану, чиройли қиз билан ану махлуқ бор-ку. Йо, у шерку. Ишта қолдим? Неме, ану. А животный, да. У ям кради. Кради, у ям кради. У ям, типа монстр. У ям кради, ку, лекин у ям эмас. Мастер, я хочу. Нигит, окей. Давай. И даже это. Ну, мана қарайман. Я не знаю. Ну. Рақ бар еді, кәдім. А может он не уже кахрамон, да, мы знаем. Уже кахрамон. Это что он не знает? Шереги, то хлеб он знает его. А блядь, а раз блядь. Я не знаю, что он берет. Уже кахрамон, шереги, да, хлеб дура. Сезам. Уже вот лайвер, да, хлеб. Ранги, футболки из добор. А я харам я. А мы на кагенинге. Ранги футболки из добор. Шереги на. А шереги. Ранги футболки из добор. Уже на. Ранги футболки из добор. Lekin etmiyman, qaysi rangligini. Vay! Vay, pishi hech narsa bilmasa ekan. Да, он, по-моему, не знает. Нет, по-моему, не знаю. Давайте, давайте мы покажем. Правильно, от этого вот кто вы были? Шрек, вай. Шрек, не имеет только ли. Ладно. Шрек. Мангамин? Да. Шрек и кима? Ну, по хороке давайте. Хоп. Персонаж мы? Мультфильм. Ума инсан мы? Инсан. 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 Касп егесен? Ети так алды. Болды, еткізді не так. Касп егесен. Ечмеш, да? Доктор. Дадим подсказку, там не профессия написана. Это не про... Он представитель какой-то профессии, но там не профессия написана. Ну а мы язылган, леки каспи язылмаган. Каспи язылмаган. Ааа. Аны сан. Олтыста вариант, бар бемалу топпу. Он сон соул, жудеян. То есть, джоу басын. Уздан кеп чықып кепірсіз ән бар, аны сіз яны бітті ярдан. Санаткар. Ааа, осы сізді. Айол ерке? Ерке. Нечто такое, что такое? Что такое? Хайнисис, ты подсказки, можно подсказка? Мал, а зачем я уже знаю? Мал, каспис дом, да? А что кулле, сал, она хорошая такой. Озеро было, она как тоннель я рот. Чё хангер от тебя? Бізді достық әлі де қозғалып жатырмыз. Жоқ, егоист. Да, 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 Джахангир Атажан. Оптис. Наконец, последний ярлык. Поехали. Джудом. Одам. Одам. Десем болады, да? Лекен уям... Как? Мы дейді? Қақрама. Бәлтон. Йо, жа, унақа емес. Жа, унақа... Бетмін чәлі емес, дейді? Йо, бетмін чәлі емес, ану. Бетміндан алдың пайда болған, дейді? Ха. Ескі қақрамаларда. Адай егем? Йо. Ну, лекен... Бетті қоя сауаш. Яқын, а? Яқын, а? Таке, Василин, да, кету? Ани сауалды? Мутфильм қақрамалы болды? Не, енді мутфильм қақрамалыян босы болады? Ха, сен болады. Да, это просто не обязательно мультфильм. А на кого? Человек-паук. Йо. Это мы с вами узорок. Кахрамон. Бой, я хочу больше лет инди. Ойлесты. Ойлесты. Я алмаз кемпер. Я у сейчас у вас бичас. Я уже кахрамон лет инди, я не кем лаба. Корбабан. Я. Аблюз. Какой-то прикол поймали, я сейчас. Это вам не касается, я отвечаю. 100%. Давайте, вы не Дед Мороз, но близко давайте. Кем Дед Мороз? А вы эти рейдеры. Маркус мы? Ай, дом пинг! Ай, как я говорю! Ай, вот так, вот так, вот так. Гули тоже были, конечно. Из-за того, что он тут. Счет 1-1. Мы продолжаем. Давайте, поехали. Смотрите, следующая рубрика очень короткая. Нужно будет угадать спорт по крику.
Сейчас мы будем ставить вам крик некого спортсмена. Ваша задача угадать, что это за спорт. Если вдруг очень сильно будет тяжело, я дам подсказку. Спорт турнир топ-сейвы, да? Да, да. Готовы? А, из-за этого, да, здесь у нас колонки? Да, есть колонки. Итак, рубрика «Угадай спорт» по крику. Поехали. Это фильм ужасов, что ли? Нет, это вот прям спорт. Это прям спорт или там? Прям спорт. Не охотники там? Давайте еще раз. Это... Вы думаете, что тяжелая атлетика? Штангист, ну? Штангист был жунгон, да? Уже сколько я набагрова, да? Надеюсь. Вот ты, мэром, че? Не, я один вопрос. Там голос там не изменено? Нет, 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 это прям вот... Гончий. Гонщик? Да, спорт. Нет, это не гонщик. Давайте я дам подсказку. Ага. Тяжелая атлетика, рестлинг и человек, которому попался очень острый перец. Рестлинг что? Борьба. Борьба. Мы нам что-то будем, рестлинг. Вы думаете, что это рестлинг? А вы думаете? Елька стеянная, бакра органы были осы. Якында икелу уян бабы. Таша янды. Икелу уян бахват одан овоз гохшиды бабы. Может, мы... Оград эцкен болушу мумкун. Тошки ухшаттым. Не, это тяжелая атлетика. Тяжелая атлетика? Рестлинг болю. Енгер атлетика, это мы на хаваз чыкмейн. Правильный ответ рестлинг, бал им. И сейчас мы для телезрителей поставим правильный ответ. Итак, поехали дальше. Следующий звук. Ну, а вы, Арка? Повтор, по мазе, лям более, да? Ну, а вы... Хотите повтор? Да. Давайте еще раз повтор. Это армрестлинг. Да, совершенно верно, это армрестлинг. Продолжаем. Следующий звук. Манимче, она та была та, что карате мы и бокс мы урали ку, тоже мы урушим, она та бунушим. Да, мы это мышкло, тошко там я помню. Яхан, куда она касса? Совершенно верно, совершенно верно. Это бодибилдинг. И прям он показывает то действие, которое делает этот спортсмен. Да это он, это Хайбула озвучил нам, это его голос. А, его же голос, да, из-за этого сразу. И еще один звук, поехали. Келесы ли топа халили, мне сэр? Точно, прям, да, бары, что ты. Давайте сначала угадаем, кто это кричит. Мужчина или женщина? Женщина. Женщина. Сразу понятно, да, что это женщина. Что она делает? Давайте посмотрим. Тянет что-то? Нет, не тянет. Поднимает. Что она поднимает? Штангу. Штангу, да, совершенно верно, она поднимает штангу. Пазлджанку им держите. Все, господа, на этом наша передача закончилась. На счет 2-1 давайте им поаплодируем. Они сегодня побеждают в нашей игре. Я надеюсь, вам все понравилось. Вы будете смотреть эту передачу в эфире и посмотрите правильные ответы на вопросы третьей рубрики прям с видео повтором. Все, друзья, это были секретные материалы. Спасибо, что нас смотрите. Увидимся с вами ровно через неделю. Пока.